«Хайдай», «Бриллиантовая рука», шедевральная комедия, наверное, взятая из жизни. Но Леонид Гайдай не революционер, не разрушитель. Он просто талантливый человек, который видит жизнь не на плоском белом экране, как все мы, зрители. Он видит жизнь вокруг себя объемной и красочной. Он хочет поделиться с нами своим видением жизни. Смотрите, люди, как мы живем. Что мы называем богатством и ценностями? К чему мы стремимся в своей жизни, переступая красные линии, отделяющие нас от преступного мира? К советскому автомобилю «Москвич»? Но ключом к фильму, на мой взгляд, является прощальный поцелуй Лёлика у борта теплохода, увозящего студента Миронова в другой мир. Шел 1968 год. Достижения брежневской эпохи были в полном разгаре.